Короче, реклама рэкета. Сначала вас выставят на компьютер. Вас выдавят. Срачка, хуячка, блядь. Температура 42 градуса. Вам будут пиздить всякую хуйню. Что ты типа уже все, финиш. Давай на колено, давай, вишайся. Выколи себе глаза, переешь вены, блядь. Короче, тебе пизда. Сначала выставляют на компьютер. Это же он свой подсоединяет всех до своего компьютера. Потом начинает из всех издеваться. На пенсию уходит человек. Короче, потом забирают телефон. Коли все стає чутно, вони, блядь, номер телефона твій знають, беруть собі, дзвонять на твій номер все время. Ти спочатку нічого не замечаєш. Пишеш, типа, блядь, подруге, а на самом деле нікому ти не пишеш нічого. Вони там все провіряють. Ну, самое главное, что отнимают связь. То есть ты не можешь никому позвонить. Потому что там ментам они платят. Менты их крышуют. Работу ты себе найти не можешь. Сидишь годами без работы. Год, два, три, четыре, семь. Потому что они тебе не дают работать. Ты будешь делать только то, что им выгодно. Ты поедешь только туда, где продают солому. Або ты будешь работать только в том заведении два дня, где им надо что-то порешать. Ну, короче, блядь, делают рабов. Конкретных. Рабов делают конкретных. И таких много, оце, блядь, я бачила. Дуже багато людей. Вместо того, щоб платити, їх б'ють. Однімають у них усе із сумки. Викидують їх. Заставляють платити, типа, долг. А що, хулі, блядь? Це менти, блядь. А куди ти підеш? Защити то ніде немає. А цим займаються менти. Оці Петі, Феді, блядь, це блядь, легавоє. Пробивають, блядь, усе, потім, блядь, граблять людей. Виставляють, сука, на квартири, блядь. На всю хуйню. Короче, обратиться ні до кого. Потому що менти. І других людей заставляють іздіватися. Вони, блядь, і не хочуть. Так їм угрожають. Що, типу, подивись, ми з тобою зробимо те ж саме. Так от, блядь. Безсовісний, короче, піздець. Що хочеш, можу зробити.